время. Каждому из вас, чтобы пообщаться, ответить на вопрос, тратится несколько минут. И все это раз-раз накапливается. У нас 4 часа сегодня пролетело. Опять вы не сделали то, что я хотел. Что? Не все. Много разговоров было. Я хотел, чтобы вы сегодня ваш турник дымились. 11-11 сегодня? 12. Ой, 11-12. 12-21. Уже? Уже вот-вот Новый год. Уже 21-й. 22-й. Есть, я уже писать разучился. Полтинник. Уже 2021 сейчас, год, парни, погодите, Сотка. Ты 100 подъемов сегодня сделал? Я думал, корпуса, да, но мы с Артемом вместе делали. И молодец. Потом еще подъем много. 30-40, ага, вот у вас 30-40-50, молодцы. А почему ты подъем корпуса 100 раз записал? Мы еще перед этим... Я еще подписываюсь. А мы же перед этим еще 50 раз делали, потом 50 раз подъем ног. Получается 150 подъем корпуса. Если вспомнил, допиши, конечно. Если вспомнил, допиши. Мы же в начале тренировки 50 корпуса поднимали, 50 ног потом. А что ты, Артем, всего один подъем с переворотом сделал? Не, ну один сделал, молодец, да, хотя бы до 5 довел бы, ну что такое. Иди, да, один иди 4 раза сделай, 4 раза. Ну иди сделай еще до 5, до 5, сделай. Иди сделай, сделай, сделай 4 раза еще. И допишешь здесь. Только чисто. Если вдруг вы сейчас хотите что-то доделать. Нет. Казинак выходит. С казинаком давай делай все казинаки, да, чтобы не вывалили. Я хочу маме показать, что это такое капитанский. Покажи. Сейчас засниму. Но ты ее пригласи сюда на занятие. Ну вот. Она уже снимает 2 часа 22 минуты. Молодец. Камера молодец. 2-3 слова какие-нибудь. 2-3 слова, 3-2 слова. Короче, сегодня не очень, все плохо. Почему? Мои друзья ушли, кинули меня. Да это ты их подставил. Да еще потом побьют. Подставил. А потом я к ним приду, и они мне будут докапываться, что я там ляпнул лишнего. Обманывать не надо. Только на Димину ручка. Они тебя подержали, понимаешь? А он не говорил про с ним. В лишнем. Да все надо уметь прощать, и не надо обманывать. Запомните, обман доведет до беды. Все, у меня 6 раз, в общем, поднял с первого. Записывай. Ты что так много сделал? А я не видел. 2, 2. Так, расписался? Да. Все, все расписались? О! Сейчас, Андрюха, идем, погоди. Или ты уже прям собираешься? Да мне уже как бы надо, потому что мне в 9 часов ждет человек. Это, ну, не хочется опаздывать. Саратики? Да, не хочется опаздывать. Я понял, все. Тут это пока автобус. Все тогда вместе выходят. А. Ну ты на кошку не сейчас подкинешь, а потом. Сейчас не дам, что ты переживаешь. Ты можешь ее не обязательно кормом. Ты вот сколько я банку у тебя. Я и не только кормом, да, я своей едой. Своей конечно, тоже. Конечно, я мешаю, мешаю с этими. Банка, в принципе, банка на 2 дня прям нормально. Да, она не пропадает ничего. В холодильнике ты же делаешь. Да, да. Я ее, знаешь, что это самое? Беру вот этот сухой корм, смешиваю там с картошкой, там все. Все правильно. Все. Она это чувствует запах и все. На, держи. Спасибо. Молодец. Все, не обижай красоту. Не, а я она не... все расскажет. Она наоборот каждое утро ко мне ложится вот сюда. Она тебя лечит, на плечо. Братан. Она еще вот так вот когтями цепляется вот сюда вот. Она тебя лечит, чтобы ты понимал. Ты должен как минимум хотя бы испытывать уважение к всему миру. Не только себя вот оценить, а весь мир надо уважать. Чтобы ты знал, ну, понимание, например, Денис сюда приехать, очень надо... Успеть все сделать в процессе дня, всякие дела, и сюда приехать, чтобы уделить время на тренировки. Мне есть оказаться, мне тоже надо сделать очень много дел, чтобы посвятить время тебе. А тебе сюда приехать, это надо только лишь то, чтобы ты тратишь единственное время, да, время свое. И то, это тебе жизнь необходима. Получается, какая у нас взаимосвязь? Ну, для себя нам, это делать. Нам необходимо тебя спасать, потому что ты обратился за помощью. А тебе необходимо выздороветь, иначе все. Пропаду. Ну с нами ты не пропадешь, братан. Русские-то не бросают никогда свои. Только русские. Вообще, что белые, светлые люди. Ну просто ты помни, за столько лет, сколько тебя просили, да, Денис, сколько просили? Каждый праздник, каждое мероприятие, каждое все, каждая тренировка, каждая баня. Андрюха, не только ты, а их много. Пока не клюнет в копчик, пока не сломается, понимаешь, людям без разницы. А тем более, когда кайф-то свой, когда все ну, при нем, все есть, все дома покушать, есть, попить, есть, поспать. Да вот ехать к парням в другой город. А я не только тебя предупреждали, тело начнет ломаться, страдаться и будет крайне. Просил же, Андрей?
Если ты посмотришь, если ты смс-ки, а некоторые удаляют мои смс-ки, чтобы мы стыдно. Не, у меня все копятся смс-ки. О, вот если ты посмотришь, сколько этих, 10, 20, 30 штук, сколько. Да хрена там. Много, да? И ни на одну ты практически не отвечал. Редко-редко она нам получала дозвониться, редко-редко. А тут дождался сломанного проблемы и принесла. Опять. Помни, когда в трудную минуту по-настоящему друзья и братья помогут. А те, кто притворяются такими, они когда тебе хорошо будут, они рядом будут. Да, кто настоящий друзья, тебе помогут. Самое главное, не кисни, и все будет хорошо, ладно? Ну, я уже лучше. Никого не обижай, на себя не обижайся, у всех попроси прощения еще раз. Серег, я уже не кисну, я даже наоборот лучше уже стал. Ты во вторник приедешь или когда? Во вторник. Пока что суббота-вторник, вот так пока что. Я сейчас найду работу, когда постоянно работу найду, я уже график буду знать и уже точно скажу. Ты про эти коды не гони, сейчас говорят это. Ну, да люди выходят. Ты сейчас спокойнее, да. Ну, ты сейчас я просто, понимаешь, я как никто другой столкнулся с этим, потому что я работаю в таких заведениях. Они как сейчас скажут, что не обязательно будет. Надо подождать. Просто ничего лишнего не сдергайся, ничего не движи. До Нового года как минимум. Болтай просто и все. Все решится. Все решится, сейчас правда не дай. Просто без этого кода меня не берут нигде. Жди. Жди, думай, изыскивайся. Не знаю, жди, думай, изыскивайся. Я не знаю твои личные какие движения. Я тебя попросил. Вот хочешь, завтра приходишь, да, помогаю. Я тебе помогаю. Помогаю. Со здоровьем, а попросил да. тебя. Да совсем я тебе помогаю, братан. Не только со здоровьем, с умственным, самое главное, твоей деятельностью, чтобы у тебя ум успокоился. А попросил тебя то, что с музыки что-нибудь посуботовать. Ты еще даже не думал и не садишься. Пока нет. Да. Не до этого. А слово давай. Не, я не сказал, что я обещаю это делать. Я тебе сказал. Не важно, что я тебе скажу. Тебе, брат, условия такие, ты должен. Сейчас реально уже понимаешь, что ты должен. Ну, я посмотрю, я не говорю, что я это смогу. Нет, я тебе говорю, что ты сможешь. Напомню себе. Ты так думаешь, что я смогу? Конечно. Я уверен, что ты сможешь. Просто слишком легко скачок себе делать. Я не смогу, я не знаю, отмазка. А я отмазку не принимаю. Я тебе говорю, зубы когда полетят, я могу устроить, зубы полетят. Нет, я на самом деле говорю, если я не возьмусь за эту работу, я... Да нет, я тебе уже дал ее деньги. Я тебе уже сказал, сделай. Я уже тебе сказал, сделай. Давай, сам. Мне не важно твой ответ, ты просто возьмешь, что сделаешь. Я не шучу, чтобы ты понимал. На полном серьезе. Ну, Сергей, я не знаю, я пока... Андрей, попаду, я тебе сейчас говорю, ты возьмешь и сделаешь. Мне пока нужно сейчас сначала. Да, ты возьмешь и сделаешь. Сейчас вот ты берешь, ты приезжаешь домой, ты начинаешь смотреть видео. Ты что бы сказал? Я смотрел. Вы занимаетесь. Да все, ты знаешь, чем занимаемся. Ты начинаешь делать. И все. Просто такой момент. Не доводи того, чтобы потом спросили. А в любом случае я спрошу за все. За слова, за действия, за поступки, за помощь, за все. Ну, естественно, я же пока не обещал себе, что это я тебе сказал. Не надо обещать. Андрей, не надо обещать. Я тебе сказал, сделай. Мне не надо обещать. Я тебе сказал, сделай. Ты возьмешь, сделай. Мне не нужно тебе обещание, ты пойми. А если не получится сделать? Ну, получится, я-то верю, что получится. Иначе, хотя просто хоть что-то действует. Первый, второй, третий, есть много ребят, тебе подскажут, помогут. Просто надо, чтобы ты научился понять ответственность. Что ты думаешь, просто так прокатить, я вытягиваю тебя, стал света, свою жизнь меня. Ты думаешь, там просто так получится поступить со мной? Не, братан, уже, сейчас уже, ты надо понять, что ты уже должен, все. Все, должен. С момента 5 лет назад это появился, уже должен. Но ты не понял. У тебя сломался копчик, у тебя там полнега проблемы, ты не понял. Сейчас, когда тебе F5 перебрасывается, ты опять не понимаешь. Я тебе по факту говорю, ты уже должен. Все. Есть задача клубу помочь. Надо брать, помочь клубу. Че, ты сидишь дома, у тебя есть оборудование. Посмотрел, подумал, музыку там накидал, парень, какая музыка, ага, то все, попробовал. Все. Дело в 10 минут. Тем более, ты там все пятки врубишь, ты кричишь, там у тебя образование. Нет, нет, кажется, что 10 минут на самом деле. Тут надо, чтобы в голове появилось сделай, что-то. Сделай, вот ты увидел, все, сделай. Если в голове это не появляется сделай. Ничего, оно должно появиться. Сделай, появи, заставь себя, чтобы появилось. Я же не требую от тебя какого-то невероятного действия. Я лишь отталкиваюсь от твоих способностей, ну, то, что сам говорил. Я могу то-то. Говорю. Я сейчас не говорю тебе, чтобы... Я говорю, у меня возможность есть такая записать. Я знаю, я могу, я хотел диджеем быть. Тем более, вот тебе возможность. Создай нам композицию для занятий. Даже не надо ничего придумывать. Чтобы вы включали здесь и играли. Конечно, есть уже гусы. Есть уже, посмотри, как мы занимаемся. Послушай, спроси у Дениса, давайте в интернет-плите. Там с Захаром, с Петром. Посмотри, гусы какие. Гусы, этническая музыка. Хороший ритм для занятий.
понятие. Ты почувствовал, что он, как то прыгает, какие там действия происходят. И вот возьми, сделай сет. Сет, знаешь, что такое сет? Это может быть или одна композиция с подвязками, смешанная с другими, да, плавно переходящими одну в другую, на час, на полтора. У нас ее стандартное занятие 2 часа. Вот делай нам звуковой сет из этнической звуков. Флейты, гусли, барабаны, простое. Можно брать русское, славянское, можно брать у других наших народов, как бы родственных, да, белых, и все. Но я не хочу, чтобы это был плагиат. Мне хочется, чтобы это свое было, а чтобы свое было, это надо тебе играть на музыкальном. Пока играем мы. Но у нас нет возможности. У нас была студия, сейчас как бы ребята переехали из-за карантина. Студии записаться нет. Поэтому просто берешь гусли, напевы, наигрыши, любые. Берешь балалаечные, записи, там столько вариантов. Берешь, рассматриваешь, все, соединяешь, делаешь. Добавляешь свое, это не будет плагиатом, когда ты делаешь кавер, либо когда ты делаешь ремикс. Это уже не плагиат. 7 нот. Что-то придумай, эти 7 нот, ты компонуй, все. Но здесь у тебя написано, если, например, музыка гусли, просто положи туда. Сделай сам, дашь мне послушать, я в любом случае скажу, что ты молодец, похвалю в любом случае, но подкорректирую. Научишься, мы будем тебя брать на выступление, на мероприятие, и каким средством тебе будет приходить. Понимаешь? Может, даже по диджею где-то, да, помиксовать. 100%. Мы можем провести... Когда у нас будет это выступление с диджеем? Мы хотим давно уже сделать. Вот в театре, где тебя приглашали, там не Антон Кузнецов. Антон Кузнецов, да? Он приходил там, занимался, ну, Шусань, да, или что, он приходил с этим, В проруби купается там. А? В проруби купается. Он на занятии на 8-й гимназии к нам еще приходил, я забыл, как Роман, не Роман, там, принял. Вдвоем, да? 5 или 6 лет назад было, то есть я с ним познакомился. Вот и все, то есть есть знакомые, где мы можем устроить вместе целую сценическую постановку сделать. Поэтому не ссыкуй, братуха, все надо сделать и все. Ты что, доели? Сейчас. Ладно, я пойду. Сергей, мне... Все, да, всего доброго. Да, до вторника. Андрюха, слово не воробей, братан. Я все понял. Понял, да? Прям из меня вытягивается. Да ну, я вытягиваю. 5 лет назад я тебе слово... Нет, если человек-композитор, у него мысли такие сразу посещают голову. У меня такого нет. Андрей, я 5 лет назад больше. Ты уже мне давал слово. 4 года назад ты мне слово давал. Спасибо. 3 года назад ты мне слово давал. Мальчишка, ну заберите все. Бар, да. Все, хорошо. Парни. Собираемся. Сейчас ты опять слово даешь. Просто каждый раз жутко доводит до такой жесткости, что каждый раз еще тяжелее и тяжелее. И заметь, друзей осталось. Сам ты знаешь, да? Все. Обратись к остальным, скажи, помогите. Что скажешь? Будут деньги, ну приходи. Да? Будут что пожрать, ну приходи. А я что, с тебя денег или поесть требую? Просто, чтобы ты, братан, ты болеешь, тебе надо выздороветь. Не, надо, чтобы ты был здоровый. Если у тебя есть талант, сочинение музыки, способности, если ты знаешь, как это делать, ну помоги нам. Что, я всю жизнь помогаю, получается, а на нас обманывают. Нечестно, да, это нечестно. А Юлия Александровна тебя и пиццей, знаю, кого вкусно угостила. Можно, теперь уже вообще можно. Нельзя отказываться. Вообще отказываться нельзя. Уже все, задаток взял, да? Взят, вернее. Можно, короче... смотреть видео и подумать, какая там музыка. Да, конечно, когда я тебе про это сказал, ты говоришь, видео. Мне надо прийти в живую посмотреть. В живую, да. Ты посмотрел в живую? Желательно соревнования посмотреть, чтобы это... Ну вот, что давайте матовки. Сегодня вот просто занятие. Это занятие, веселый старт, да, между собой не соревновались. Так а было, так все да? Время и происходит. А, и тут нужна музыка, да, такая энергичная, чтобы... На всю тренировку нужна музыка, чтобы не разрушающая, не без... Без словесных ругательств, обзывательств. Не дабстеп, который психику разрушает, а хорошие культурные наигрыши с ритмом, с темпом, да? Все, хорошо, я уже больше, как сказать, погрузился в это. Слева от тебя, чуть сзади, сидит чемпион мира по барабанному с коллективом вместе. Я тебе без прикола говорю. Он в юности, а не чемпионат мира не, на я джазу. Ничего не говорю, я не смеюсь. Ты спроси у него, что такое ритм, темп, по интересу, иди сладить. Я нисколько не сомневаюсь. Есть такое, да. Ладно, это я пойду, мне человек ждет. Давай. Все, ребята. Всем задач нарезали, все. Я же, как всегда, здесь всем наговорил, да, сказал, братан, мы в тебя верим. Родина. Все, я понял. Герой. Молодец. Сними меня. Ребята. Собираться. Что, доели? Вот так вот. Вот так вот.
Правда вкусно? Да. Хорошо. На каштуку. На госслугу ставите брюшок, и он не понял. Что не пришло? На госслугу такой смс, что надо подтвердиться. Ты ходила, подтверждала куда-нибудь? Куда? В больницу, в поликлинике? Нет. А вот мне сказали, сейчас надо, чтобы получить QR-код, надо прийти, подтвердить мой статус на госуслуги, и потом они QR-код распечатывают, что ли. А так информация пришла, нет, да. Нет, он, а кто прислал? На госуслугах, прямо в самом этом приложении. Типа, ну, вам надо подтвердиться либо в банке, в банковском приложении, банк Сбербанк или что-то, надо подтвердиться, либо идти в какую-то аптеку. Только путем биометрии не надо подтверждаться. Да вот, что, очень все странно. Захар говорит, иди на проспект Строителей, самая ближайшая поликлиника. Я нигде никогда никуда не подтверждаю. Может быть, а вы не пользовались ни разу никакими этими на госуслугах? Нет, вот первый раз я его установил. А, ну может быть, поэтому. О, да, да. Через МФЦ, потому что я ходила, я сама пришла. А, у тебя там подтверждение уже было, значит. Наверное. А мне сказали, ну написано в интернете в этом. Типа идти надо либо установить приложение Тинькофф Банк, Сбербанк. Не надо. Бред какой-то, а Захар говорит, не надо. Либо идти надо в поликлинику с паспортом, со СНИЛСом, с госуслугами, сказать, подтвердите меня, пожалуйста. Потом они подтверждают, и вроде бы приходят... Ну вот лучше так. Да, знаешь, вот лучше потому так. Что ты не зарегистрирован в базе, ну, данных. Нигде, в меня нет, да. Да, и все. Ну, в общем, тогда только никакие Тинькоф не надо. 100%, конечно, 100%. В банке биометрии тоже. 100%, когда? А у меня у подруги Миланы Некрасовой. Да как кредиты потом пришлются и все. На миллион. Так, парни, чей казинак? Кто оставил казинак? Не знаю. Все взяли? Да. Все. А это же двух, которые... Это еще два? Юлия Александровна. Меняемся пиццу на казинак. Короче, мы гуляли с классом после... Арсений, возьми маточку. Через пару... Короче, парк встретили Милану Некрасову. Все, приятного аппетита, все. Спасибо. Дороги аккуратнее. А, Милана Некрасова. Вы на чем? Ну, вот, да, напиши, мы на машине. Денчик, спустись, пожалуйста, с ними, закрой дверь за ними. А, да. Я здесь пока переодеваюсь. На машине вы даже? Да. Все, всем до понедельника, пожалуйста, из банки с собой принесите. А это чьи перчатки? Арсения, варежки Арсения. Артёш! Оп! Арсений, варежки. Диман штаны забыл. Кто-то... Зашивай, Арсений. Артём, парни, кто придёте, пожалуйста, принесите с собой полотенечко на своего платок. Вот, я приношу полотенце. Ладно, в рюкзак положите. Мы не надо. Да, до свидания. Всё, ребята, всем до понедельника. Всё, теперь мы с ними не друзья. Все друзья. Артём, просто обманывать не надо. Парни, на улице, если вас поймают за враньё, спросить так жёстко могут. Хватит обманывать. Да у меня испандер есть. Испандер за испандер? Артём, а ты что, так пришёл? Нет. Да. Вы с вами забыл? До свидания. До свидания. Всё, до свидания. Не бегаем, не хулиганим. До понедельника. Ну мы, наверное, до вторника, потому что понедельник поздно. Или до вторника, да. Ребята, в субботу у Арсения день рождения. Мы устраиваем такой маленький праздник. Между собой чек клубный устроим, не переживайте. С нас музыка, веселухи. С тортиком, да. Блин, я не приду. А я не смогу прийти. У кого-то отломился, замочит. Ты сам подумай, в субботу праздник будет. Хотелось бы. Ну думай, разрешляй. А вот человек уже вышел, наверное. Андрюха, да? Потерял. Андрюха потерял. Замочит. На сюда положи на стол. Все, парни, до понедельника. Всем здоровья, носовые платки, пожалуйста, уберите. Спандер, Дима, Артём. Все, до свидания, Испандер. Испандер. Холодную воду, Испандер. Все, до скорого. Такие вот дела.